Ну, конечно, свет оставил включенным. Гори всю неделю свет. Подожди, он сейчас. Это первая спальня. Это кухня. А что здесь это делает? Ну, оставили, кушали, видать, вчера ребятишки. Вот тут эта комната техническая. Там Вова сидит. Где? В окне. В окне? Вон. Сейчас посмотрим. Так, а где тут свет? Где свет? Вот. Вот техническая комната. Здесь машинки подключать. Вот шкафчик. Машинки. Сушилки. Сейчас открою. Вот тут балкончик такой. Здесь находится бойлер. И движок от него. Тут все голубями загажено. Надо убирать. Дальше поехали. Вот сам. А, свет надо не забыть выключить. Кухня. Так, ну. Вот такой вид с кухни. И раковина. Какой инструмент? Сейчас. Так, кухня. Какой, Анфиса, инструмент? Давай посмотрим, что на балконе. Вот он, эти, сказал, намертво приклеены. Даже если я их не захочу, они будут здесь. Иду, вот стена какая. Тут не захочешь, даже придется телевизор ставить или заклеивать. Потому что... Да, шарик. Это вот эта вот спальня, она, стена этого зала, она вместе со спальней. Да, Анфиса, у людей все красивое, не как у вас. О, голубь прилетел. Ну, прекрасное соседство. Прекрасное соседство. Кыш. Я сказала, что там у меня голубь. Так. Так, я продолжаю. Вот эта стена, она граничит со спальней. Это телевизор, и весь звук будет туда уходить. Вот в эту спальню. Человек, который будет здесь спать, все время будет слушать все фильмы, да, шурупики. Вот балкон, 12 метров. Вот здесь сделан вот это загородки, как это от солнца закрывает, от ветра. Вот он сам все поставил, сделал зеркало. Что ты нашла? Угу. Зеркало оставил. Тут телевизор тоже у него был. Так, пойдемте дальше. Так, спальню эту мы уже посмотрели. Идем дальше. Туалет. Вот что у нас в туалете. Ну вот это. Сверху там заливала. И только сейчас, когда мы уже должны заезжать, они решили сделать ремонт. Так, все черное. Как любит моя Аня. Вот до потолка белой плиткой. Так, сейчас я попробую воду. Работает. Интересно, слив работает. В основном израильтян сливы все забитые. Так, забыли на горшок. Накладку, на унитаз накладку. Ну, короче, это пятно меня прям вообще
Кошмар, конечно. То теперь мы зависимые от соседа. Так, вот это. Вот это. Спасение. Комната безопасности. Тоже люстру оставили. Ну, наверное, заберут, я думаю. Шкаф. Хорошо, здесь будет твоя комнатка. Это самая безопасная комната в этом доме. Ну да, то теперь все обдирать надо, если что-то другое. Да, конечно, у вас своего полно. Вот кондиционер отдельно, да, сделан в этой комнате. Хорошо. Да. Какой фильтр? Это мама. Воздух-то откуда поступает же, откуда-то. Вот у людей все на месте. Пульт управления никак у нас в общей куче валяется. Так, вот это спальня. Ну, пока мебели нету, а вроде смотрится неплохо, но поставишь кровать и все. Больше нечего ставить. Ну, в смысле, есть чего, но невозможно. Вот эту мебель огромную продают для кого? Если сейчас вот такие маленькие комнатки строят. Так, хочу посмотреть здесь этот туалет. Ну, тут уже... Такое не люблю, терпеть это вот не могу, вот этих всех косяков. Ну так вот, вот берешь вроде новую квартиру, а вот так вот уже пользованная. Все равно менять надо. Я не люблю вот эти окна, вот такие. Не мыть неудобно, надо залазить на унитаз. Что там они открывают? А, и вот угол еще. Посмотри, еще угол мокрый здесь. Тоже замазывали угол. Так, вот гардеробная. Мы до этого смотрели в другой квартире. Там просто куча миновалина и все. Тут хоть построено все. Это вот не убирается. Или убирается. Ну, он еще... Сказал, придет, опа, заберет свои вещи. А вот эта гармошка такая. Понятно. А, вот здесь какая дверь. Ручки такие тоже не люблю. Ай, застрял. Дверь треснута. Короче, это видимость, сука, что все новое, а так оно уже не новое. Все такое уже. Еще потому что... А, и стену ударяется все время. Чуть тяжело было на какую-то наклейку сделать или сюда. Короче, эти мелочи портят весь вид. Вроде мелочи. А так вообще не мелочи. Ну, кондиционер тут общий. Вот. Только в одной комнате он отдельный. Так, хочу здесь посмотреть. Да, здесь он общий. Это надо будет, хочешь себе в комнату только общий нужно включать. И он будет работать. Это же гонять электричество.
Вот стол хозяин тоже оставляет. Я сначала удивилась, думаю, такой хороший стол, столешница хорошая. Ай, ну вот, это, ну сколько, ну год, два. Страхота такая. Ну, я хотела стеклянный, я возьму стеклянный, пока этим попользуемся. Вот такие, это не дешевая вещь. Ну, вот такие ножки, все. Под покраску ножки. Здесь висели качельки. Ну, такое кресло, которое качается. Я не буду ничего вешать. Ну, может, что-то повешу, но точно не кресло. Итак, небольшой зал, салон, так называемый. Еще это кресло посередине. Ну вот так. Пол. Пол тоже. Ну, работы еще много тут. Как всегда, мы думаем, ой, будем въезжать в новый дом, ремонт не нужен. Ну вот нужен. Нужен. Вот эти мелочи я не люблю. И, ну и, конечно, потолок прям. Вот у нас супермаркет. Можно сказать, в шаговой доступности. Сетки здесь. Сначала сетки, потом жалюзи. Плохо. У нас в той квартире жалюзи, а потом сетки. Удобно, постоянно открыл, раз протер. По-быстрому. Тут пока все не откроешь. И вот это вот так открывается на полкомнаты. Захочешь окно открыть? И вот так на полкомнаты тоже вот это видно ударялось оно. Должно быть пространство, чтобы открыть окно. Ну что такое? Здесь обычно окно там, потому что комната безопасности. А я не могу открыть. Вот у нас стройка идет прямо из окна. Ну, вот, вот кусочек природы, это все, что видно. Тут, короче, новый район, стройки везде. Комнаты такие малепуськи. Это вот сразу раз и кровать. Все, ты спишь тут. И никакой стороне не поставишь. Ни к этой. Потому что она короткая и сразу туалет. Ни к этой. Это однозначно не поставишь. Только вот к окну. Но если хочешь здесь, вот можно еще здесь. Ну все. И тут сразу же. Даже если здесь сразу раз. И вот он, ты спишь во всей красе. Никакой, так сказать, дискретности, ничего. Этот угол красивый. Только что большая квартира, но такие бестолковые спаленки малепусенькие. Это лобби. Все в зеркалах.